Смотри, что ветер с тобой. Черешня в мае. Первая в этом году. Я где-то слышал, что вкус черешни возвращает радость. Спасибо, Паша. Ты всегда рядом, когда мне плохо. Столько дней. Что произошло? Я слышал, как ты кричал. Я прождал тебя всю ночь. Почему ты не пришла? Просто не пришла. Нет, я хочу, чтобы ты раз и навсегда решила, кто я для тебя. Мне помешал. Я смотрю, вот тут время зря не теряли. Разве не этим ты всю жизнь занимаешься? Играешь мной, манипулируешь, используешь меня. Хоть раз подумала, что я при этом чувствую? Тебе всегда всего мало. Я пробовал с Аней и сказал ей, что люблю тебя. Тебя тоже. Тут мне кажется, что ты меня любишь. То ты снова ведешь себя со мной, как... последней сволочью. У вас день рождения? Ага. Экспресс-доставка за полгода вперед. Я думаю, что Елена, как женщина, достойна больше. Что случилось? Это изоляны? У меня все всегда изоляны! Я не понимаю, чем я заслужил такое отношение к себе. Со всем своим уважением, Елена Сергеев, должен вам заявить, что вы настоящая стерва. Мне просто дышал. Оставь меня в покое тут ненадолго. Ты пришел? Не могу сказать, когда ты меня зовешь. Лена! Лена! Я не железный. С меня хватит. Да, Ирина. Петру Мороз. К Петру Мороз, к Виктору Полякову, к черту лысому, ко всем! Да ты меня бросила. Лена, ты чего? Лена, пожалуйста. Открой глаза. Лена. Если бы ты только захотела, я же землю для тебя переверну. Лена, открой, а! Теперь я буду рядом. Прости меня, пожалуйста. Не за что тебя просить, Лена. Я мучила тебя, пренебрегала.